На этом празднике на людей в повседневной одежде смотрят косо. А вот если ты с розовыми волосами или с глазами кошки, значит свой. Фейри Мацури – название февральского косплея в Абакане, собрал воинов виртуального мира игр, злодеев и героев скандинавских легенд. У большинства участников костюмы сделаны своими руками, на некоторые уходят месяцы. И все ради одного дня выступлений, но по словам участников и организаторов, это того стоит. Для них это возможность выйти за рамки нормальной жизни и попасть в волшебную. Положительные эмоции, куча новых ощущений. Вдохновение перешло из шекспировской «Сон в летнюю ночь». Ну, соответственно, я мать-фея Титания. Прийти в костюме – полдела. На сцене участникам предстоит показать себя перед жюри и зрителями, раскрыть характер героя и жанр произведения. Например, команда «Крылья» из Железногорска своей игрой покорила зал. Зрелищный номер о королеве Титании, скандинавской мифологии и ее защитнике Фавне, безусловно, запомнится до следующего фестиваля. Новосибирск, Барнаул, Красноярск, Железногорск. Волна костюмированных игр захватила всю Сибирь. Своих настоящих имен здесь никто не называет, но кто такая Дарнерис Таргариен, Матерь Драконов, Малефисента и королева Титания, здесь знают все. Люди, которые в косплее много лет, рано или поздно превращаются в профессионалов своего дела – гримеров, визажистов, швей. Конечно, после фестиваля эпатажные белоснежки, Люциферы и феи вернутся к обыденной жизни, пойдут в школы, институты и на работу, выкраивая время, чтобы подготовиться к следующему зрелищному фестивалю. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.